Ну вот, наконец-то это время пришло. Все, кто хотел что-то начать новое, что-то менять в своей жизни, ждали начала года. Вот оно, произошло чудо. Даже чуть больше дней прошло, вы уже могли настроиться. И я уверен, что многие, наверное, начали что-то делать, что-то менять в себе. А кто-то искал бизнес, и я уверен, что вы уже приняли решение. Но для тех, кто не принял решение, я, как всегда, открыт. Мы можем пообщаться, потому что я уже 33 года предприниматель. Последние 15 с половиной лет мы с женой занимаемся очень крутой темой. Это тема биодоступной живой воды и комплексного подхода к здоровью. И кто понимает, что это вечная тема, потому что люди, которые занимаются водой, никогда бедными не будут. И вдруг вы вот не приняли еще никакого решения, не знаете, ну а чем же заниматься? То вот в этой теме есть как раз вот столечко места еще для вас. Мы готовы уделять свое время для того, чтобы вы развивались, чтобы вы пришли к тому, чего хотите в этой жизни, пришли к своим целям, к ценностям. Вот. И мы открыты к информации. Это сетевой бизнес, который мы развиваем на сегодняшний день в 30 странах мира. Есть возможность развиваться, в принципе, по всему миру практически, да? Почему? Потому что компания делает доставку в 130 стран мира. Поэтому у вас есть шанс начать новое дело без вложений, да? То есть вашим вложением будет являться покупка для себя любимого продукта для личного пользования, для здоровья. Это вода и питание, по сути, концентрированное. То, что приводит человека в ресурсное состояние. То есть это не на перепродажу. И продукты вы себе покупаете, условно говоря, на 100-150 долларов, там, евро, ну или приблизительно по курсу в вашей валюте. Вот с такой суммы вы уже сегодня можете начать бизнес. Но для начала нужно пообщаться. Как выглядит модель бизнеса? Часто спрашивают, а что нужно делать? Строить сеть на готовой сети магазинов, где компания производит продукт. Компания делает доставку, занимается логистикой, ведет бухгалтерию. То есть ваша задача на готовой сети магазинов, на готовом глобальном интернет-магазине организовать поток потребителей этого продукта. Ну и плюс для того, чтобы масштабировать этот бизнес, конечно, нужны будут партнеры. Вот я как раз-таки работаю двумя веслами, я ищу и тех, кому интересна тема, как быть в ресурсном состоянии, и ищу людей, то есть потребителей, и ищу людей, которым интересна тема развивать свой бизнес, люди не знают, что делать. Вот я как раз буду сейчас, кстати, для вас, вот здесь это нажимайте на шапку профиля, там будут мои контакты, можем связаться и все обсудим. С Новым годом, будем здоровы, богаты и будем развиваться. Это, кстати, очень важно. Пока.